Здравствуй, малыш! Привет! Лакланица-то мне интересная. А про что же ты хочешь послушать? Про машинки. Ну хорошо, слушай. В одном городе была машина-бетономешалка. Она работала на стройке. Но со временем ее краска стала неяркая и потрескалась. Машинка загрустила и не захотела больше помогать на стройке. А что делать? Менять краски. О, там его красим. Отличная идея, малыш, ты молодец. Неси свои краски, мы ее раскрасим, и она будет как новенькая. Вот они. Ого, сколько тут цветов. А ты все их знаешь, малыш? Нет, не все. Вот мы с тобой заодно и выучим цвета. О, начинаем их красить. Какой это цвет ты выбрал, малыш? Классный. Он очень яркий. Красота. А теперь поплаваем в домчинки. Ух ты, как солнышко. Еще мне нравится зеленый. Неплохо. Синий тоже красивый. А это что за цвет, малыш? Это фиолетовый. Ой, какой. Ух ты, розовый тоже подходит. Как же нам покрасить нашу машину? Я покрасу кабину желтой. Вот это да! Как интересно ты придумал! Молодец! Давай еще пробовать. А здесь покрасить синий, а кабину зеленый. Будет здорово! А давай оранжевый. Кабину фиолетовый. Получается ярко и красочно. А табак покрасим как радугу. Умничка, малыш, как интересно ты придумал. Наша машина будет самая красивая. Давай скорее начнем. Классный. Оранжевый. Желтый. Зеленый. Синий. И, наконец, фиолетовый. О, какая красивая! Мы отлично справились. Теперь наша машинка с удовольствием поедет работать. А мы еще будем красить? Конечно, малыш. В следующий раз мы раскрасим другую машинку. Ура! Пока-пока, я буду ждать. Пока-пока.